Ну, граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать? Я! Подождите. На сегодня наряды. Песчаный карьер, 2 человека. Я! Да подождите вы! Огласите весь список, пожалуйста. Ой, не могу. Кажется, маленькие. Маленькие. Но стоит только нам взять телескоп и посмотреть вооруженным глазом, как мы уже видим 2 звездочки, 3 звездочки, 4 звездочки. Лучше всего, конечно, 5 звездочек. Вы водку пьете? Анисовую. Так, пейте. Отведай ты из моего кубка. Зачем это? Отведай. Вы думаете, что я хочу вас отравить? Дорогой Иван Васильевич, у нас это не принято. И кильками в наш век отравиться гораздо легче, нежели водкой. Пейте смело. Ты меня уважаешь? Я на вас прям удивляюсь. Очень здорово пить. В прежнее время я мог свободно 1/4 выкушать. Ну, конечно, был романтизм. Закуска. Ну, закусывайте, Маргарита Васильевна, закусывайте, все оплачено. Если хотите знать, нам, царям, за вредность надо молоко бесплатно давать. Журнал здоровья так прямо и указывает. Нервные клетки не восстанавливаются. Ну, за солидное мужское молчание. Я, конечно, как генерал тосты говорить не умею. Я скажу проще. Ну, за понимание. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно.